ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик непосредственно посвящен открытию замечательных, интереснейших контейнеров, которые мы вместе с вами уже набивали на протяжении всего вот этого замечательного суперэксперимента, плюс ивентов и прочих замечательных вещей. Я уже для себя все контейнеры забрал. Сегодня откроем как обычные контейнеры, так и ультраконтейнеры, которых у меня накопилось 21 штука. И в общем и целом я могу сказать, что, ну если так чуть-чуть обратить внимание на те миссии, которые были, да, в ультра вот этих всяких викендах там и прочих акциях, да, то я могу сказать, что довольно неплохо в этот раз все было сделано. Ну, в принципе, там по опыту все это было по дефолту, но что касаемо, например, той же заданки с минами, это была, ну, такая трайхардная, наверное, заданка, которую не каждый, конечно, сможет выполнить, потому что на нее либо надо потратить много времени, если не использовать никакие дополнительные дроны, либо включить голову и выполнить заданку быстрее за счет каких-то дополнительных возможностей дронов, либо там еще проявить как-то смекалку. В общем, заданка довольно-таки интересная, при том раскладе то, что она была одной из тех, которые надо было выполнить, чтобы получить дополнительно 5 ультракантов. Ну и плюс за нее также давали 2 контейнера, что является, ну, в принципе, не таким уж плохим призом, потому что, наверное, что-то хорошее с этих двух контейнеров может дропнуть. Поэтому, друзья, я, наверное, больше ничего балаболить не буду. Что хотел сказать, то сказал. Если вам заходят видосы с открытием контейнеров, то давайте наберем на этом видосе 150 лайков, потому что у меня есть один видеоролик, очень хороший, с открытием контейнеров, который уже лежит, наверное, в закрытом доступе на канале где-то неделю, может, полторы. И я его как-то все не могу выложить, потому что выходят какие-то новые там ивенты, акции, какие-то новые обновления. Я все с этими обновами записываю. А этот видос, короче говоря, лежит. Поэтому, если хотите, то давайте на этом видосе 150-очку наберем. Я выложу еще один видос с открытием контейнеров. При том, что там, знаете, там, ну, не пустое открытие. Там реально довольно-таки интересно. Давайте, наверное, начнем все-таки сегодня с открытия обычных контейнеров. Потому что я все-таки думаю, что если я начну сейчас с ультракантов, мне ничего не дропнет. Поэтому давайте я открою сначала с простые конты, а потом уже перейдем к открытию ультракантов. Как всегда, по дефолту по единичке открываем. Контейнеры открываются очень быстро. Ну и как вы видите, пока мне ничего не дропает. Первая десятка. Все в белике. Еще десятка. Кристаллы — это хорошо. Кристаллы лишние не будет. Но не такое же количество белых свечений. Но это же вообще провал какой-то. Я уже 20 контейнеров открыл. Вообще, оп. Тоже кри. Вот как только я накопил, друзья, кристаллы. И когда мне кристаллов уже, ну, так сильно, наверное, не надо. Хотя они мне, наверное, тоже пригодятся. Мне просто падают одни кри. Просто одни кри. Не, ну это неплохо. Я бы не сказал, что это плохо. Типа, если мне бы падала бы одна бы расходка, было бы намного хуже. Но и не сказать, что прям круто. Ну, 3 дня према. Нормально. Как раз премка завтра закончится. Так, 3500 кристаллов. Все. Нормальный байт на покупку еще. Так, друзья, что мы имеем? С 30 контейнеров мы не имеем ничего. Ну, кристаллов там 1100, может, 150 дропнуло. 5 голдов, 3 дня премки. 0 устройств. Вообще 0. Просто 0. Если посмотреть, сколько мне осталось устройств, то мне еще, ну, не сказать, что прям дофигище, но неплохое количество еще осталось. 10 и еще, походу, даже больше, чем 10. 21, короче, я так понял, устройство мне еще осталось. 23. 23 мне вообще устройство осталось. Короче говоря, ну и всяких, ну ладно, анимированные краски мне не нужны. Ладно. Но теперь уже открываем ультраконты, с которых никому тоже ничего не дропает.
Посмотрим, дропнет ли мне что-либо. Возможно, мне тоже ничего не дропнет. Очень многим падают белые свечения, вообще просто 20 штук. У меня уже 5, 6 белых, 7 белых, 8 белых, 9 не белые, еще не белые, 10 белые, 11 белые, 12 белые, 13 белые, 14 белые, 15 белые, 16 белые, 17 белые, 18 белые, 19 белые, и это последний, 20 белых контейнеров. А у меня же был 21, там 2 зеленых было, значит 19, короче, где-то я обсчитался. Ну, в общем и целом, что я вам могу сказать, друзья? Я, как человек, который открывал, можно так сказать, самым последним эти ультраконтейнеры, могу вам сказать, что с этих ультраконтов вообще никому ничего не падало. Даже никаких обычных устройств там или еще чего-либо никому ничего не дропает. Поэтому то, что там где-то пишут, что шанс повышен. Друзья, там ничего не повышен, абсолютно. Наоборот, мне кажется, что там шанс порезали. Если мне с обычных контов и с этих контов упало максимум синее свечение, и то там просто были какие-то обычные кри. Ну ладно, мне там может не повезло, но синее, но это фигня. То есть я открыл в сумме больше 50 контейнеров, если сложить контейнеры и ультраконт, и мне не упало ни одного фиолетового свечения. И после этого там говорят, что есть какой-то повышенный шанс. Да не рассказывайте мне сказки, друзья. Какие там повышенные шансы? Там ничего нет. Абсолютно ничего нету. Никаких повышенных шансов. Наоборот, падает вонючка, шляпа усатая и полный бред. Делитесь тем, что вам дропнуло. Мне будет тоже интересно. Но я считаю, что шанс урезали. Шанс урезали. Если сравнить пару предыдущих открытий, то возможно там еще что-то мне и падало. Ну и, например, в том видосе, который я не выложил, тоже довольно неплохо падало. Но здесь прям вообще конкретный провал. Прям конкретный провал. Прям вообще просто тухляк. Ничего нет. Вот такой вот видеоролик получился. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Обязательно прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну и, как я уже сказал, пишите в комментариях, что дропает вам. Падает ли вам вообще что-либо или падает вот так вот, как мне. У меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока.